2С-19 «Мста» – российская самоходная артиллерийская установка. Именно на ней наши земляки выполняют боевые задачи в зоне СВО. Наступление идет, работаем полными силами, отрабатываем по целям, поражаем. Есть дальнобойные, есть полные, есть малые. В основном дальнобойными, усиленными снарядами. «Мста» уже зарекомендовала себя как высокоточное и эффективное орудие. Каждый снаряд весит около 40 килограммов. Прицельная дальность до 30 километров. Никогда нас не подводит. Постоянно, сколько раз «Баба-Яга» прилетала к нам, пыталась сбросить на нас, все время вывозила она нас. Хорошее орудие. Экипаж САУ в основном наши земляки. Многих солдат неоднократно награждали медалями за отвагу и за боевые отличия. Все слаженно работаем, друг друга понимаем. Даже не говорить не надо, просто по взгляду уже можно понять, что надо делать, что нет. Ну так, по идее, да, нормально. Есть Забайкалье, есть Бурят. Ну, в основном Бурят. Если вы хотите поступить на военную службу по контракту и помочь нашим землякам, вы можете обратиться в пункт отбора в Улан-Удэ, военкомат по месту жительства или подать заявку на сайте служба-по-контракту.рф. Всю необходимую информацию вы видите на экране. Антон Симонов, телекомпания АТВ.